Привет! О каком комфортном отдыхе или работе может идти речь, если вы вынуждены изнывать от летнего зноя? Но если по какой-то причине установка сплит-системы невозможна или нецелесообразна, то идеальным решением станет мобильный кондиционер. Сегодня я вам расскажу о модели от Electrolux Loft. Не нужно портить стены, не нужно ни с кем ничего согласовывать, не нужно месяцами ждать установщиков и платить им огромные средства за установку прибора. Вы просто привозите его домой, подключаете к электросети и наслаждаетесь комфортом. Дачи, съемные квартиры, огромные складские и производственные помещения. Он всегда там, где он вам нужен, он всегда под рукой. Модель выпускается в 4 типа размеров в зависимости от мощности и площади помещения, где вы собираетесь его использовать, от 20 до 38 квадратных метров. Модель Loft имеет несколько режимов работы. Для сегодняшнего теста я выбрал самую мощную модель в линейке с показателями по охлаждению и обогреву свыше 4,5 кВт. При этом сам кондиционер потребляет чуть более 1,5 кВт электроэнергии. Все-таки класс энергоэффективности тоже важен, вы же не хотите переплачивать за свой комфорт. В режиме осушения у этой модели также прекрасные показатели – 28 литров в день. Вы можете использовать ее на стройке, для осушения подвальных и полуподвальных помещений. На даче, в осенне-весенний период, когда высокая влажность. Что здесь еще есть? Яркий дисплей, электронное управление, ночной режим. Кстати, в этом режиме прибор работает с минимальным уровнем шума. 3 скорости вентилятора. Естественно, у этого прибора есть все необходимое, чтобы вы наслаждались комфортом у себя дома или на работе. Система фильтрации воздуха. Многоступенчатая система защиты. Полный набор комплектующих. Шланги, пульт дистанционного управления. В общем, все, что необходимо, здесь есть. Но, безусловно, главным его достоинством остается это его мобильность и компактные размеры, а также минимальный вес. Вы легко можете перевести этот прибор туда, где он вам нужен в эту минуту. Electrolux думает и заботится о вас и вашем комфорте, где бы вы ни находились. Следите за нашими новинками. До скорой встречи. Пока.